за честь. И пусть мундиры разные, но Родина одна всего лишь есть. Защитники Отечества, дорога вам по жизни нелегка. Но долг он связан с вечностью, на мужестве построены века. Защитники Отечества, дорога вам по жизни легка. Но долг он связан с вечностью, на мужестве построены века. Пройдет по Красной площади парад, ведь русская история не знала никогда плохих солдат. Защитники Отечества, дорога вам по жизни нелегка. Но долг он связан с вечностью, на мужестве построены века. Защитники Отечества, дорога вам по жизни нелегка. Но долг он связан с вечностью, на мужестве построены века. Защитники Отечества, дорога вам по жизни нелегка. Но долг он связан с вечностью, на мужестве построены века. Вокальный ансамбль Крымской государственной филармонии «Джаз-Рандеву». Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, уважаемая публика. Мы рады приветствовать вас в Центре культуры и досуга на праздничном концерте, посвященном Дню защитника Отечества. В эти дни поздравления звучат в адрес всех мужчин, поскольку каждый настоящий мужчина является опорой и защитой для своих родных и близких. Но в первую очередь это праздник для тех, кто служил в армии или в данный момент исполняет свою воинскую обязанность. И, конечно же, лучшим украшением такого праздника являются военные музыканты, которые сейчас появятся на этой сцене под ваши овации. Встречайте, военный оркестр 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота Российской Федерации. Военный дирижер оркестра, капитан Игорь Рамазов. Вокальный ансамбль Крымской государственной филармонии «Джаз-Рандеву». Музыка Георгия Мовсисяна, стихи Роберта Рождественского. Мы – армия народа. Солист, заслуженный артист Крыма Константин Яни. Стоим мы на посту, повзводно и породно, бессмертный, как огонь, спокойный, как гранит. Мы армия страны, мы армия народа, великий подвиг наш историю хранит. Не зря судьбе олеет знамя, не зря на нас надеется страна. Священные слова, Москва за нами, мы помним со времен Бородино. Священные слова, Москва за нами, мы помним со времен Бородино. Вручили нам отцы всесильное оружие, мы родине своей присягу принесли. И жизни нам дана единственная служба — от смерти заслонить грядущие земли. Не зря судьбе олеет знамя, не зря на нас надеется страна.
священные слова. Москва за нами, мы помним со времен Бородино. Священные слова, Москва за нами, мы помним со времен Бородино. Не надо нас пугать, похвалиться спесиво, не стоит нам грозить и вновь с огнем играть. Ведь если враг рискнет проверить нашу силу, его мы навсегда отучим проверять. Не зря судьбе али знамя, не зря на нас надеется страна. Священные слова, Москва за нами, мы помним со времен Бородино. Священные слова, Москва за нами, мы помним со времен Бородино. Береговой обороны Черноморского флота и вокальный ансамбль «Джаз-рандеву». Музыка Валерия Халилова уверенно вошла в репертуар большинства творческих военно-музыкальных коллективов еще в то время, когда он возглавлял всю военно-оркестровую службу Вооруженных сил Российской Федерации. Валерий Халилов написал немало песен военно-патриотической тематики, ясно осознавая важность правильного воспитания подрастающего поколения будущих защитников Отечества. Эти песни тепло встретила широкая публика, и благодаря такой поддержке главный военный дирижер, член Союза композиторов в России Валерий Халилов был удостоен звания «Народный артист Российской Федерации». В декабре 2016 года художественный руководитель ансамбля «Песни и пляски» российской армии генерал-лейтенант Халилов погиб в авиакатастрофе в Сочи вместе с артистами ансамбля на борту самолета Министерства обороны России, направляющегося в Сирию. Но его музыка продолжает жить на сцене, в репертуаре военных оркестров и ансамблей. Музыка Валерия Халилова, стихи Александра Савицкого. Армия – школа для мужчины. В любой мороз в строю шагаю прямо, моя шинель любых мехов теплей. Ты в календарь смотри без грусти, мама, твой сын солдат, об этом не жалей. Армия, ракеты и машины, марш-броски, тревоги по ночам. Армия, ты школа для мужчины, ты начало всех его начал. Всегда найдется сила, вы рождены мужчинами не зря. Армия, ракеты и машины, марш-броски, тревоги по ночам. Армия, ты школа для мужчины, ты начало всех его начал. Армия, ты школа для мужчины, ты начало всех его начал. И дни пройдут, и месяцы промчатся, и вот он вновь порог родимый мой. Ты помнишь, как с тобою я прощаюсь?
попрощался. Теперь встречай, солдат пришел домой. Марш братский, тревоги по ночам. Армия, ты школа для мужчины, ты начало всех его начал. Армия, ты школа для мужчины, ты начало всех его Екатерина Мушинская и Анна Сидоренко. Песня из кинофильма «Максим Перепелица» снискала народную славу еще в 1955 году, после выхода картины на экраны страны. Не стихает народная любовь и по сей день, поскольку в интернете появляются видеоролики парада на Красной площади, озвученные этой мелодией, и названы они никак иначе, как «Главный строевой марш российской армии». Музыка Василия Соловьева-Седоя, стихи Михаила Дудина. «В путь».
для тебя, родная, неспочно полевая, прощай, труба зовет. Солдаты в поход, пусть враги запомнят это, не грозил, а говорил. Мы прошли, прошли с тобой после, да если надо, повторим. Солдаты в путь, 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 он для тебя, родная, неспочно полевая, прощай, труба зовет. Солдаты в поход. Пусть далеко нас с тобою веселей солдат глядит. Бьется, бьется знамя полковое, командиры впереди. Солдаты в путь, 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 а для тебя, родная, неспучно полевая, прощай, труба зовет. Несокрушимая и легендарная советская песня в виде марша, созданная в годы Великой Отечественной войны композитором Александром Александровым на слова Осипа Колычева, впервые прозвучала с киноэкрана в феврале 43-го года в фильме-концерте, снятом по заданию советского правительства к 25-летнему юбилею Красной Армии. У этой композиции есть еще одно название – «Песня о Советской Армии». Thank you.
Военный оркестр 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота Российской Федерации. И час рандеву. Авиамарш или марш авиаторов был опубликован в СССР в 1923 году, хотя автор музыки Юлий Хайт говорил, что песня на слова Павла Германа была написана еще в 1920-м. До сих пор ведутся различные обсуждения и исследования сходства советского марша «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» и нацистского марша «Herbei zum Kampf». Исследователи утверждают, что мелодия и перевод русского текста на немецкий язык были в середине 20-х годов заимствованы немецкими коммунистами в виде песни Красного воздушного флота. А уже потом, спустя несколько лет, получили распространение в качестве нацистского марша. Как бы то ни было, марш авиаторов в свое время являлся официальным гимном военно-воздушных сил СССР. Чтоб сказку сделать пылью, преодолеть пространство и простор, нам разом дал стальные руки крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Все выше, выше и выше стремим мы полет наших птиц, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ. Бросая ввысь свой аппарат послушный и летворя невиданный полет, мы сознаем, как крепкий флот воздушный наш первый в мире пролетарский флот. Все выше, выше и выше стремим мы полет наших птиц, и в каждом пропеллере спокойствие наших границ. Наш острый взгляд пронзает каждый атом, наш каждый нерв решимостью одет. И верьте нам, на всякий ультиматум воздушный флот сумеет дать ответ. Все выше, выше и выше стремим мы полет наших птиц, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ. Все выше, выше и выше стремим мы полет наших птиц, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ. До своего переименования в 1992 году праздник 23 февраля назывался Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. И не случайно этому роду войск посвящено множество песен. Но, пожалуй, самой популярной является песня, которую написали поэт Юрий Погорельский и композитор Виктор Плешак. «Экипаж. Одна семья». Вода нам как земля, и тогда нам экипаж семья.
нужны походы и приветы из домов далеких водах. И чтоб не терять минут свободных даром, нам, конечно, в кубрике нужна гитара. И тогда вода нам как земля, и тогда нам экипаж семья. Нужен нам устав, что помнят все матросы. Нужен флаг, что реет над волною синей, а всего нужнее Родина Россия. И тогда вода нам как земля, и тогда нам экипаж семья. И тогда любой из нас не против хоть всю жизнь служить в военном флоте. И тогда вода нам как земля, смелым покоряются моря. Но однажды капитан был в одном из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел, заикался и бледнел, но ни разу улыбнуться не посмел. Никто ему по-дружески не спел. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряется моря. Только
только смелым покоряются моря. Военный оркестр 126-й отдельной бригады береговой обороны и вокальный ансамбль «Джаз Гранд-Ру». Константин Яни. Российский народ во все времена чтит своих защитников. Одной из памятных скорбных страниц истории является Афганская война. Ежегодно 15 февраля повсеместно отмечается День вывода войск из Афганистана. Олег Газманов посвятил свою песню всем, кто мужественно исполнял свой долг в горячих точках. Thank you.
господа офицеры, по натянутым нервам я аккордами веры эту песню пою тем, кто, бросив карьеру, живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою. Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадив, кто карьеры не делал от солдатских кровей, я пою офицерам, матерей пожалевшим, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца. Господа офицеры, как сберечь вашу веру на разрытых могилах? Ваши души хрипят. Что ж мы, братцы, наделали, не смогли уберечь их, и теперь они вечно в глаза нам глядят. Вновь уходят ребята, растворяясь в закатах, позвала их Россия, как бывало не раз. И опять вы уходите, может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощаете нас. Так куда ж вы уходите, может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощаете нас. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца. Thank you.
и оркестр 126-й отдельной бригады береговой обороны. Уважаемый ансамбль «Джаз Рандеву». Глядит в глаза, одна смеется.
при чем наряды, ни при чем посол. Ни в одну девчонку не влюбился он. Ходит, шутит он со всеми, откровенно говорит, как проснусь, тотчас же море у меня в ушах. Где под солнцем юга, ширь безбрежная, ждет меня подруга нежная. Где под солнцем юга, ширь безбрежная, ждет меня подруга. Дослужная артистка Крыма Елена Янин, дослужная артистка Крыма Алла Харламова, Екатерина Мужинская и Анна Сидоренко. Шли солдаты с песни на парад, может, 100, а может, даже 200 лет назад. Левый, правый, гренадеры, выше кивера. Короче, ситуация достаточно стара. И стояли барышни у обочин, им солдаты нравились очень-очень. И в каком столетии не жили, ах, никуда не денешься от любви. А ты, подошли солдаты, знамя над полком, в этом царстве, государстве, все равно в каком. Выделялись гренадеры писаной красы, по модному нашел поля закручены усы. И стояли барышни у обочин, им солдаты нравились очень-очень. И в каком столетии не жили, никуда не денешься от любви. А ты, подошли солдаты, и от пап, и мам, с ними барышни делили тайны пополам. Им носились гренадеры в сторону едва, на шляпках от волнения дрожали кружева. Очень. И в каком столетии не живи, никуда не денешься от любви. Пам-пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам. Не живи, никуда не денешься от любви, никуда не денешься от любви. Вокальный ансамбль Крымской государственной филармонии «Жакс Рандеву» Пенсильвания 65000 исполняет военный оркестр 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота Российской Федерации. Пенсильвания, Сикс, Файл!
Данил Красавский, диссидент, веселый оркестр. Оркестр 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота Российской Федерации. Владимир Матвейчук, Вахра.
Соло флейты пикколо Андрей Капустин. Военный оркестр 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота Российской Федерации. Военный дирижер оркестра гвардии капитан Игорь Рамазов. Помогает звезда. Любите девушки,
военный оркестр 126-й отдельной бригады береговой обороны и вокальный ансамбль «Джаз-Рандеву». Между песней «Любите, девушки» и песней, которую вы сейчас услышите, существует некая связь. Стихи к песне «Любите, девушки» написал Евгений Сюткин, в тот момент солист группы «Браво», на музыку руководителя группы Евгения Хафтана. В 1995 году, на момент ухода Валерия Сюткина из группы, Евгений Хафтан познакомился с Валерием Жуковым, руководителем тогда еще неизвестной широкой публике группы «Жуки». В результате этого знакомства Валерий Жуков стал автором большинства стихов к песням очередного альбома группы «Браво» «На перекрестках весны». В 2000 году группа «Жуки» записывает песню «Танкист», ставшую в одночасье хитом и удостоенную престижной премии «Золотой граммофон». Мы предлагаем вашему вниманию собственную интерпретацию этой песни. Друзья, наша программа подходит к завершению, и сейчас будет вновь звучать музыка Валерия Халилова. В День защитника Отечества прозвучит песня о нашем общем доме, который мы готовы всегда защищать и на передовой, и в тылу. Как говорится, до последнего патрона, до последнего вздоха. Валерий Халилов, стихи Александра Савицкого. «Навсегда великая страна». Россия, Россия, взяла мир.
одна. Россия, Россия, навсегда единая страна. Побеждая сумрак лихолетий, возрождаясь к жизни вновь и вновь, и цвети, и будет путь твой светел, будут жить и вера, и любовь. Россия, Россия, в целом мире ты для нас одна. Россия, Россия, навсегда любимая страна. Мы в своей отчизне разнолики, народов малых и великих, россияне, мы один народ. Россия, Россия, в целом мире ты для нас одна. Россия, Россия, навсегда страна. Россия, Россия, в целом мире ты для нас одна. Россия, Россия, навсегда великая страна. Пусть мы
6-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота Российской Федерации. Военный дирижер оркестра, гвардии капитан Игорь Рамазов. Вокальный ансамбль Крымской государственной филармонии «Джаз-рандеву». Алла Харламова. Заслуженные артисты Константин Яни и Елена Яни. Екатерина Мушинская. Анна Сидоренко. Виталий Поплавский. Звукорежиссер Евгений Журавлев. Художественный руководитель и режиссер концерта, заслуженный артист Республики Крым Аркадий Журавлев. Ведущий концерта, заслуженный артист Республики Крым Витал Милушев. Еще раз большое спасибо, друзья, за ваше внимание, за ваши аплодисменты. Мы искренне желаем вам мира, счастья, добра, процветания. Спасибо вам. Уверенной до скорой встречи.